продается Honda Joker. Идеальный. В этом году с Японии пришел. Музыка, сигнализация, обвес нормально установлен на него. Дисковые тормоза. Резина Michelin S83. Новая вообще. Что еще? Амортизатор газомасляный стоит высокий. Сейчас, что у нас тут еще есть? Багажник сейчас покажу. Багажник. Вот. Комплект еще роликов, но он и так без них. Это типа настроечные, чтобы валил. Это в подарок. Ну, я думаю, он и так валит. Аккумулятор здесь хороший стоит, не китайский. Вот такая вот штука. Сейчас заведем, послушаем. Нет, сначала музыка. Так, сигнализация, музыка. Заводим. Так, зажимаем. Сейчас послушаем двигло. Ну, он вообще тихо-тихо работает. Еле-еле. Так. Сейчас я попробую его оттарабанить на свет. Рассмотреть более качественно. Оп. Вот еще раз смотрим Honda Joker. Все в отличном состоянии. Есть там пару коцок. Сейчас мы их найдем. Я вам их покажу. Вот. Ну, это такое мелочи. Тут есть царапинка. Тут пару царапиночек. Особо и не видно. Ну, как-то вот так. Масло, бензин, спидометр. Сидушка вообще идеальная. Так, ролики, коврик. Под ковриком вот сигнализация. Сюда вот флешку можно втыкать. Это здесь двигатель. Здесь можно посмотреть на амортизатор, если я его отсюда не видно. Как бы состояние супер.
музыка. Вот, продам.